Какие планы выполнены и какие инвестиционные проекты реализованы? Два ресурсоснабжающих предприятия «Чебоксар», «Водоканал» и «Коммунальные технологии» подвели итоги за прошлый год. Впрочем, отчет о полном исполнении программ предоставил только «Водоканал». План выполнен на 101%. Предприятие успешно реализует инвестиционные проекты. Другая ситуация у коммунальных технологий. Цифры ожидаются гораздо меньше, около 45%. Низкие показатели руководство объясняет экономически необоснованными тарифами. У нас с 2012 года плавного убыточные тарифы. Несмотря на это, мы инвест-программу реализовали по электрике практически полностью, а по тепловому мы из собственных источников финансировали. Напомним, что соответствующая инфраструктура была передана коммунальным технологиям в управлении 10 лет назад. Уже 3 года предприятие не выполняет план. Организация не платит в бюджет города арендную плату, растут долги за потребленный газ. Я не вижу ближайшей перспективы. Я не вижу, что вы сможете восстановиться. Я не смогу, что вы не вижу, что вы вылезете из этой долговой ямы. Еще раз, проблема эта становится для нас проблемой номер один. Выходим с вами сегодня в судебные отношения по расторжению договора. Поставить точку, передать сети, и мы найдем им применение, чтобы не страдали наши горожане, чтобы сети были восстановлены своевременно.